Сереж, там вал добавили. Да мне похуй. Вставай. Здорово всем, с вами Серега, Наташа. Всем привет. И наша собачка Харли. Сегодня мы будем скручивать последние кредиты, которые остались у Наташи на ее основе и на ее твинке. А то в прошлый раз мы выбили весь магазин, нам нереально повезло. И сейчас, как вы понимаете, в магазин добавили много новых интересных пушек, которые Наташа хотела получить себе на аккаунт. И как раз таки сейчас мы сольем все ее кредиты и выбьем что-нибудь новенькое. В прошлом подобном видео, ребята, вы поставили кучу лайков, так что если хотите видеть Наташу почаще, обязательно поддерживайте царским лайком, там подписывайтесь на каналчик, если вы этого еще не сделали, и пишите ваше личное мнение в комментариях. А сегодня мы, надеюсь, выбьем ей все оставшиеся пушечки. Приятного просмотра! Погнали. Друзья, для новичков Warface, а также для тех, кто не заходил на свой аккаунт более 30 дней, есть отличное предложение, где вы сможете получить кучу крутого доната и новое топовое снаряжение Авангард. Все очень просто. Если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании и забирай крутые пушки со снаряжением на свой новый аккаунт и доминируй над противниками благодаря топовому оружию. Если же ты уже зарегистрирован, но не заходил на аккаунт более 30 дней, также переходи по ссылке и забирай топовый донат. Все бонусные предметы ты сможешь сразу перевести себе на свой аккаунт. Все это позволит тебе вкачать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Ну что, ты хочешь, чтобы я покрутил первый айсвал? Наверное, все-таки ППшку сначала инженерскую. ППшку? Блин, ну ты же ждала айсвал, его, чтобы его добавили по скидке. Ну ладно, еще на твинкете его выбьем. Я просто не знаю, хотя бы по скидке, может быть, побыстрее бы тебе выпало. Видишь, ППшка 60 кредитов стоит, у тебя... Кредитов на аккаунте 6 тысяч, вот куда ты их потратил? Я тебе тысяч сколько? 13 оставлял бы кредит. Не оставлял ты мне 13. 13 тысяч там было, минимум 13. Ты мне на твинке 10 оставлял, тут у меня... На твинке вообще 20 оставлял, там минимум 20 было. Куда ты все вот это тратишь, я не понимаю. Неправда, у меня вообще мало кредитов, ты мне не донатишь. Сейчас вообще вот видео короткое будет, прикинь, нихера тебе не выпадет, вот и скажу тебе, поздравляю. Там никаких акций на пополнение нету, я что, дурак что ли пополняю? Может тогда бал? Он реально там по скидке. Ну давай, да, последние 5 коробок. Блин, я ППшку тоже хочу, она мне... Она мне даже на несколько часов не выпала. Даже на несколько часов не выпала, прикинь! А почему она... Нет, крути хотя бы, чтобы на 2 часа выпала. Так ты не успеешь с ней поиграть 2 часа, блин. А почему она даже на время не упала? Я не знаю, вот так вот, ну чтоб ты именно сразу крутила. Я чувствую, что... Она вообще не... Она может не падает на время? Я не знаю, что тебе так не везет, блин. Давай до 3000 покрутим ППшку. Ну просто видишь, что-то она даже, ну, на время не падает. Блин, мне кажется, я сейчас ничего не выбью, расстроюсь. Расстроюсь, это так обидно будет. А что за говно? Я не знаю, что за говно вообще. Че ничего не падает? Ну я хотя бы золотой керамбит забрал по акции. Алло! Баганая коробка, давай я... Баганая коробка, я не люблю крутить коробки удачи даже с таких маленьких сумм кредитов. Ну посмотри на это. А, это ж просто жопа, ты прикинь, это как обидно. Ты вот 6 тысяч у тебя было... И ты ничего не выйдешь. Ой, 3 часа тебе выпало. Ну, 3... Ты хотела 3 часа? Выпало 3 часа. Ну ты хотела на 3 часа, у тебя на 3 часа выпало. А что, навсегда не будем крутить? Ну давай, дай свал попробуем. Ну просто, что это за бред? Я ж привык, ты сама понимаешь. 20 тысяч там вообще спокойно выбиваю, там кручу. Ну это вообще жопа. Я не привык с таких маленьких сумм крутить, понимаешь? Ну точно обидно, если что-то не выпадает. Я теперь, знаешь, понимаю, прям, насколько это сложно крутить с маленькой суммой. Это так быстро, это так молниеносно. Ты вот просто открываешь 5 коробок, и кредитов уже нету. А я хотел тебе и айсвал бить, и ППшку, и новую вот эту штурмовинтовку. Блин, я тоже хотела. О! Ну зачем он мне? R8 навсегда, нихера себе. Ты гонишь, что ли? Что так... У тебя его не было, прикольно, да? Он у меня обычный есть, еще в каком варианте есть. Зачем? Прикольно, он... R8 выпал, крутой, обычный. Блин, я точно расстроюсь. Зачем они добавляют скидку на айсвал? Его сколько не было в игре, блин? Месяца 3? Его добавляют аж сразу со скидкой. И он тебе ни хрена не выпадает. Ты точно хочешь айсвал? Может быть, имбел новый покрутим? Может, он тебе сразу выпает? Ну... В принципе, давай. На 1000 кредитов. Я уже поняла, что мне ничего не выпадет. У тебя удачи на этом аккаунте, видишь, дерьмо, вообще совершенно нет. О, слушай, а это так приятно убивать с такой маленькой суммы сразу пушку. Может, все-таки ППшку? Давай, ну, на штурмовика, да, есть пушка, значит, ППшку продолжим. А приятно, да? По идее, вот эта новая пушка на шимба, да? Да. Ну, это тоже на инженера прикольно. Приятно, да, не 40 тысяч кредитов выбивать, а отчислываться с 1003. Ну, мне не 40 было, когда мы последний раз крутили, а... Да я-то привык 40 тысяч сразу выбивать. Харли, давай, ну, скажи что-нибудь, какая тактика нужна? Может, ей как-то мышку дать, она покрутит? Обмазать ее кормом каким-нибудь, она покрутит? Просто кредита она вообще не остается. Руку. Ну, что, не остается, давай. Погладил собачку и выбил! На 3 часа, Витязь.
собачка голодная сидит, корма и нихера не купили. Ну, сядь, на 23 короче, часа крутится. Я поиграю с ним 23 часа. Нет, с таких сумм, ладно, не так уж неприятно, но, блин, ноль, прям прикинь, ноль кредитов, Наташа, ну, ноль. Все. Ну, блин, на основу тебе один айсвал выбили. Ну, конечно. Пистолет, но... И пистолет, ну, не считается, ну, конечно. Что... Печальненько, да. Ну и конечно же, я тебе не сказал о том, то что нам хотя бы дали, видишь, золотую коробку, где вот, тебе может все выпасть. Круто, да? Я сейчас удивлюсь, ну... Керамбит еще один тебе. У меня тут почти все из этого есть, кроме... Кроме... Как он называется-то? Кроме вот Макаров, справа, да. Пистолет. Макаров пистолет. Макаров у меня тоже есть. Сука, ну, как? Бы, ну, как ну, кто бы сомневался. Как это смешно. А, ну, в чем данный прикол? Наташа, я вот только задонатил, только вот забрал за 1000 кредитов бесплатно в подарок. Давали. Зачем это? Прикол добавлять пушку, которую можно сейчас купить за 500 рублей? Пиздец нахуй, блядь. Ну, смотри, с бонусы коробок тебе еще... О-хо-хо, прикинь! У тебя есть, да? Нету? Да ты нихрена себе! А что ты не удивляешься? Тебе похер, что ли? Ну в смысле, он же говно. Ну и чё? Ну да, и говно, и чё? Выполнил? С бонусных коробок! Мне после раза с бонусных коробок на чё выпадало? А я должна радоваться? Ну должна, блин, нихера себе! Мне с бонусных коробок последний раз в прошлом году что-то выпадало. Мне вообще ничего не выпадает. А у тебя ещё маузер, говоришь, нету, и ты не рада, что он выпал, блин, нифига себе. Я просто не ожидала чего-то как-то. Ну ни хрена себе, видишь, а КСУ у тебя тоже. А, не, а КСУ ты с боевого пропуска я забрала, да, собака? Я с боевого пропуска она забрала, да? Да? Мы Маузер выбили, да, прикинь. Ну. Может, собаке тоже аккаунт создадим? Базан, 10 тысяч лайков, мы тоже аккаунт создадим и прокачаем. О, хочешь, да? Аккаунт создать. Прокачать ее хочешь, слышишь? 50 тысяч кредитов сразу закинем. Ходи такой видос. Я даже ник придумала уже. Я тоже придумал, у меня уже есть такой ник. Пацаны, 10 тысяч лайков, хотите, мы Харлечку прокачаем, создадим ей аккаунт, закинем 50 тысяч. Она хочет. Ладно, давайте, может с бонусов тебе еще выпадет. Смотри, получается на основе тебе, да чихо, успокойся, что ты рычишь на меня. Что, загорелась аккаунт хочешь себе, да? Очень сильно. Смотри, получается сколько? 3 доната мы тебе выбили. Ну, конечно, с такой суммой не очень. Ну, айсвал, ты главное хотел айсвал выбить, правильно? Айсвал мы тебе самое да главное я ППшку, на самом деле, мне кажется, больше хотела, потому что она им... Началось. Ладно. 5000 лайков, я ей закину еще кредитов, так и быть. Какие 5? 5000 лайков. Не 5000 кредитов. Короче... Кредитов 1007 закину. Короче, аккаунт у меня не светит, но... Ай, блин, подожди, у тебя же хангрупп есть. Да есть он у меня золотой. А нафиг тебе перевел эти коробки? На Браво Чарли было перевести. Ну ладно. Все равно не выпало. Ну смотрите-ка, 10 тысяч кредитов на твинке получше. Мы в прошлый раз оставили, много чего мы выбили тогда. А сейчас... Да что ты... Что тебе крутить, ППшку тут? Да, ПП. Точно? Ну вал у меня есть на основе, ладно. Сейчас главное ППшку выбить. Хорошо, согласен. Ну, айсвал... Подожди, айсвал, ты будешь тут крутить или его? Может, на основе, пусть оставь. Давай тогда вот эту новую. Да, я согласен. Попробуем. Лучше ее покрутить, в принципе, чтобы хотя бы на твинке. Да сейчас и это не выпадет, забей. С 10 тысяч кредитов смотри, не выпадет. А вот сейчас здесь уже на 5 часов сразу выпал. Но у тебя не везучий тут аккаунт тоже. Тут 0 ПВЕ, понимаешь, Warface, как привык, что ты ПВЕшница. Я не хочу сидеть. Да по какой карте? Смотри, 8 тысяч кредитов, это до хрена. Какой карте? Мы не слабаки, Наташа, мы не будем по карте покупать. Пока я тут. Босс, пока я тут папа, никто понятно, не короче, будет покупать пока человека. Ну, сейчас золотая вдруг выпает. Вообще, на этом аккаунте когда-нибудь что-нибудь золотое выпадало? Вообще, да никогда вроде. Все, что а максимум есть золотое, мы вроде купили, да? Мне ничего вообще золотое сюда не выпадало. Я тоже помню, я вообще не помню, когда мне на основе что-то золотое выпадало. По-моему, еще в Хабаровске жили. Там что-то на основе тебе золотое выпадало. А тут, на этом аккаунте, по-моему, вот сколько мы раз не крутили, ни разу золото не выпадало. Warface, ты понимаешь намек? Ну то, что золотую пушку дай. Давай тактику юзанем какую-нибудь. Может, ничего не надо юзать, крути как есть. Так ну, дороже я будет. Понимаю, ну блин, а надо же как-то это... Развлечь людей, просто у меня сейчас реально сгорит, если мы ничего не выбьем. Это все же как-то, ну реально бомбезно. Я говорю, я привык крутить только с очень больших сумм. И не привык крутить там с 10 тысяч кредитов уже. И как-то для меня... Ну все, в следующий раз 50 тысяч мне но это реально обидно, знаешь. Вот реально чувствуется то, что охрень как обидно. Блин, столько бабок он, получается, сжирает и не дает тебе пуху. Это у нас с тобой аккаунты какие-то, ну реально, неприятные. Просто, понимаешь, люди покупают по карте, а мы с тобой именно крутим. Надо попробовать эксперимент новый провести. Не стату маленькую делать, я не знаю, какой-нибудь ноут достать. Нетбук у меня старый есть, говяный нетбук достать, подрубить его к Wi-Fi там с маленькой скоростью. Вот он будет заходить в эту игру, не знаю, часа два. И попробовать на нем покрутить. Может быть, Warface увидит то, что ну комп реально дерьмо, и там подкрутит хоть немного. Он видит то, что мы, конечно, у нас 3.90 видеокарта, все дела.
Нет, думаешь, нереально, не решает? Думаю, нет. Да просто, блин, ну а как? Ну а как это объяснить? Ну не могут же вот все люди, ну с 10 тысяч, ну какой адекватный человек просто будет доказать 10 тысяч кредитов на одну пушку, и она ему не выпадет, получается? Еще это фишиз за клоунада. Минус 6 тысяч кредитов. Ну чтобы через 2 месяца эту пушку еще лучше добавили, чем эта пушка. Это же бред вообще, алё. Кому-то вообще падает и золотая, и обычная. Да, с 5 коробок. А мне... Даже обычная не упадает. А как это возможно, Наташа? Чё за говно? Ну, что я, ты как... реально представляешь адекватного человека, который не ёбнется вот... со стула, когда с 10 тысяч не выбьет даже обычную версию? Я говорила по карте покупать, но так как это неинтересно, мы сейчас скрутим все кредиты, нам ничего не выпадет. Ну, кстати, да, согласен. Так интересно, да? Тебе же интересно, Наташа? Нет. Нет? Мне кажется, что интересно. Я просто знаю, что сейчас, скорее всего, вообще ничего не выпадет. Ну что за бред? Это как возможно вообще? Ты посмотри, ее тут нету просто! Ее тут просто нету в этой коробке! А сейчас, прикинь, кому-то золотая выпадает. Да, кому-то со стата 0.50, и он с ней играть не будет, скажет, ну выпало и выпало, ну и хер с ней. Пойду в какую-нибудь другую игру поиграю. Все, короче. А это... что за говно с твоим аккаунтом? Какой тебе новый создадим? Ну реально, что за бред? Да, Харлечка, да? Все, бачка. Вам общий муж аккаунт создать? Везучий аккаунт, где все выпадать будет. Обосраться. 9 тысяч до сих пор даже обычной пушки нету. Две карты. Вот зачем? Две карты. А зачем мне вставлять две карты, если одна уже карта выпала? То есть... А чтобы меня, сука, побесить. Ты думаешь, они добавили ну, игроков? Господи, как у меня горит сейчас, ты не представляешь. На три дня. Ну, три дня поиграю, спасибо. Нет, за 10 тысяч, ну скажи, три дня тоже неплохо, да? Ну, в принципе, поиграть нормально. Так, где тупой аккаунт? Он никогда на этом аккаунте вообще ничего не выпадал. Он, прикинь. Сколько нужно, ну, просто со стула падать, чтобы, ну, адекватно принять тот фактор, то, что тебе с 10 тысяч не упала обычная пушка! Как? Сука! Что это за хуйня? Я в ахуе, я не знаю. 10 тысяч. В тот раз мы выбили все, а сейчас ни хуйня не выпало. Это ж... как обидно. Что, Наташ, хочешь что-то вот золотое? Вот за золотое выпадет что-нибудь? С твоей удачи Сиксаур либо Пэрот. Давай, открывай уже. Я потеряла всякую... Так 9, ну, кстати, неплохо. А, да нет, вроде у меня его нет. Ну, кстати, неплохо, знаешь, 10 тысяч, ну, так всрать, да, и получить золотой килтек. В бонусной коробке тоже все же надо открыть. Вдруг сейчас выпадет с бонусов? Слушай, если золотая гроза выпадет, ты слишком обидишь, потому что штурма топовая пуха. Да не выпадет ничего мне. Никогда, Наташа, никогда не теряй надежду. Блин, сука, вот даже тебе самому не смешно? Да мне смешно от того, что ты просила меня по карте купить, и я всрался кредит. Блин, ну... Так хотя бы пошли в другую коробку, может быть, что-нибудь выбили, а я по карте не купил, всрался кредит. И ничего не выбил. Ну, короче, донать мне 50 тысяч. Это просто жопа, чуваки. Реально, ребят, если вам не сложно, вот от меня просьба, поставьте лайк! У-у-у! Ну, не-не-не, все равно, я не буду радостная, потому что 10 тысяч кредитов на одну пушку и эти бонусные это коробки... Это такая радость со слезами. Меня никак слез. Это не успокаивает, потому что пистолет мне не нужен. У меня есть нормальный пистолет. Золотой тег у меня вроде есть. Золотой тег? Нет, не тег, а как? Килтег. Килтег. Килтег другой. Наташа, мы только что его выбили. Да другой у меня пистолет, золотой такой, килтег. В смысле килтек золотой, который за 2000 кредитов дает? Да. Нифига себе. Зачем мне еще один пистолет? А, погоди, у меня и обычный есть. Нет, тег нормальный. Вот такой у меня обычный тоже есть. Тут золотой тег. Не, P30 у тебя точно его нет. У меня есть. Да откуда у тебя P30? Мы выбили мне в тот раз. Да хер как. Ну посмотри сейчас на склад, что со мной споришь? Зачем нам тебе P30 выбивать? У меня есть этот пистолет, слышишь? Ладно, как скажешь. Ну посмотри. Хорошо. Ладно, я тебе верю. Нет, ты мне не веришь. Кстати, карта Черлинка, слышишь? Хочешь стиль? Слушай, а на стиль есть карта Чурлинка? Господи, да мне он не нужен. А я по себе купил, блин. Если мне карта выпала, вот стиль я бы купил, потому что коробки удачи нету. Давай купим. Не, тебе не буду. Вон, смотри, обычно у меня есть. Где? Вон. Это Максим. Вот, сверху. Где? Это ВП-9 матч, а это П-30. Это разные пистолеты, да? Наташа. Да. В общем, я закинул Наташе еще 2000 кредитов. Ей дали золотой килтек за пополнение. Ну, все же я чувствую в себе такую маленькую вину, знаете ли. А то, что я не купил кредитов я... как много? Всего парочку коробок открою, мне ничего не выпадет. Что я не купил и карту по карте Черного рынка, пушку. Может, все-таки карту? А уже не хватит, Наташа. Там да, она 2600 вообще аж стоит. Да. Ты что, гонишь? Это дорого. А сейчас золотая выпадет сразу и все. Слушай, давай нахер этот аккаунт, я предлагаю. Реально в жопу. В следующий раз мы создадим аккаунт новый, Наташа. Там куча акций на пополнение кредитов. То есть там не 10 тысяч кредитов будет, а 1070 сразу и сделаем кредитов. Сделаем все прям по красоте. Весь донат выбьем.
по удаче, потому что, ну, тут бред, ну, смотри, ну, тут вообще ничего не выпадает. Тут за всю историю никогда ничего не выпадало. В тот раз, ну, там кредитов, конечно, ну, в тот раз 40 тысяч, да, все выбили. Вообще, удача жопошная у нас, Наташа. Как нам так повезло, я даже не знаю. Невезучий аккаунт, ты просто жесть, сука. Я еще сейчас думаю, зачем я эти 2000, все, в жопу надо останавливаться. Нет, новый аккаунт, это вообще жопа, Наташа, что с этим аккаунтом не то? Что не то? Что с ним не то? Почему так? Почему? Что с удачей? Ни одной золотой пушки мы сейчас не выбили именно сами, ну как так? Спасибо огромное, дорогие друзья, вам всем за просмотр. Поддерживайте максимально лайками, чтобы был контент. Пишите ваши комментики, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Все нужные ссылки вы, как всегда, найдете в описании к видео. С вами был Серега, Наташа и наша великолепная, красивая собачка Харлечка. Всем удачи и всем пока.